Приветики, я Хана Хицугая, и это озвучка манги «Знаменитый день». Перевод предоставила команда Ханоха, ссылочка на их группу есть в описании. И, кстати, большинство из вас не подписано на мой канал, и из-за этого я очень расстраиваюсь на самом деле. Поэтому, если у тебя горит красная кнопочка, то жми, чтобы она становилась серой. А теперь слушайте мою озвучку. Всем приятного просмотра. Который час? О мой бог! Вы что шутите? Я же опаздываю! Проснулась? Что думаешь насчет завтрака? Нет, спасибо! Я уже опаздываю! Линфей! Почему ты так поздно? Ты тоже! Пошли, у нас мало времени! Возможно ли ты ждал меня? Я просто поздно вышла! Я не могу поверить, что ты проспала! В кровати Фэнга слишком удобно? Я удивлена, что ты... Где твой браслет? Я сняла его. В тот день Фэнг снял его с моего запястья, а потом он остался в доме Лу. Тебе он не нравится? Нравится. Тогда почему ты не хочешь носить его? Это неудобно во время работы. Я должна найти его. Мотор. Это для меня? Если не хочешь его, можешь не есть. Я люблю мороженое. О! Почему ты так смотришь на меня? Мое! Какого черта? Он должен стереть мороженое пальцем, а не своим языком. Так сладко. Почему режиссер не остановил съемку? Продолжает идти? Что происходит? О мой бог, я уронила мороженое. Упс, какая потеря. Он импровизирует? Ты смеешься надо мной? Это вообще-то твоя ошибка.